Как бы помог команде «Кредо Академия» 34-летний челябинец Алексей Апашнян, который уже было согласился играть в этом сезоне за «Магнитку». Но не отпустили живую легенду южноуральского баскетбола из Челябинска, посулив золотые горы. В том, что его обманут, сомнения нет. Ведь команды, достойной Апашняна, в Челябинске не имеется. А за ветеранов ему еще нельзя играть добрых 5 лет. За что ж тогда деньги большие платить? Из новичков, которые, как говорится, делают погоду, мы представляем вам Эдуарда Жердева. Он тоже, кстати, челябинец, но поигравший несколько лет в высшей лиге в Ростове. Эдуард, кто вы? Ростовчанин или челябинец? Челябинец. Отыграл в Челябинске, а в 91 году уехал в Ростов-на-Дону, там отыграл 4 года. Высшая лига? Высшая, да. Возраст молодой еще, отходить от спорта. 25 лет, можно еще поиграть. То есть, чем могу, я вот помогу в магнитогорской команде. Сколько дней вы в команде уже? Сколько? Я сегодня приехал из Челябинска. Сразу в бой, да? Сразу в бой, да. До этого приезжал на первый тур игры посмотреть. Там небольшая проблема была с Федерацией баскетбола. То есть, там ее решили. А сейчас допустили играть. И вот, наверное, думаю, выступать. Ну, а посмотрели ребят магнитогорцев. Как они вам, на ваш взгляд? На взгляд игрока высшей лиги? Ну, у них все впереди еще, я так думаю, они еще молодые, главное желание, старание, и все у них получится нормально. Если у них будет в роли дядьки Черномора Эдик Жердев, да? Ну, не знаю. Еще есть Вадик Кохельников, вот тот дядьки Черномор точно. Перед игрой с командой «Енисей» из Красноярска у нас не было надобности говорить об этой встрече с главным тренером магнитогорцев Романом Кабировым. Потому что выигранные очки в обеих встречах лежали уже у него в кармане. И вот почему. Все команды, которые выступают в нашей подгруппе первой лиги, очень сильные команды, это профессиональные команды, которые стремятся попасть в дивизион Б высшей лиги. Вот. Наша команда вообще не ставит никаких задач, только наиграть молодежь. И я считаю, что сегодня хозяева одержат победу, мне так кажется. Хотя мы составим им хорошую конкуренцию. И поэтому, как бы позабыв о результате игры с красноярцами, мы решили поговорить о текущих проблемах команды. Но вначале посмотрите, как прибавили в игре новички. Воспитанники Челябинской спортшколы Денис Бельмайер и Дмитрий Бозов. И оцените примкнувшего к ним свой штык-козырь, острый пас из трехсекундной зоны Эдик Жердев. Челябинскую аудиторию, телезрителей, интересует прежде всего та пятерка, которую вы получили из Челябинского ДЮСШ в прошлом году. Как они? К большому сожалению, самый большой наш игрок Михаил Береза, так же, как и Константин Косматов, сильно разболелись. Гепатит, болезнь очень серьезная. Сегодня мы их не увидим, да? Я думаю, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Думаю, что полгода, который положено выдержать ребятам, они выдержат, только после этого они появятся на площадке. А это яркая звездочка Денис Бельмайер? Игрок основного состава, в стартовой пятерке играет. Я думаю, что к стартовой пятерке подкрался и Дмитрий Бозов. То есть ребята не затерялись, да? Конечно. Опыта набрались в прошлом году, в этом году, пожалуйста, уже показывают класс. Я думаю, сегодня в этом убедитесь. Ну, вообще, и первые игры вот с участием Кредо Академии показали, что курс взят на омоложение. Это мера вынужденная или это целенаправленная задача? Курс на омоложение – это перспектива наша. Самое главное, мы ради этого, в общем-то, и набрали молодых ребят, чтобы полностью омолодить команду. Ну, к великому сожалению, омоложение никогда безболезненно не проходит. Прошлый сезон мы, скажем так, выступили не совсем удачно, до финальной пульки не добрались. В этом году, надеюсь, уже с молодыми, опытными, скажу, игроками, с молодыми опытными игроками постараемся попасть в финал. Кредо Академия, лишившись на полгода капитана команды Константина Косматова и самого высокого центрового Михаила Березы, была вынуждена вводить молодежь. С красноярцами это им сошло с рук. А вот с тюменским «Коником», который, купив 7 москвичей, мастеров спорта, дубль «Динамо» и «ЦСКА», собирался порвать на выезде «Магнитку», обе встречи оказались проигранными. Но разница в счете. Первая игра 12 очков, вторая вообще почти выигранная. За 1 минуту до конца «Магнитка» опережала «Коник» на очко. Говорит о том, что молодые магнитогорцы биться уже научились. 70 очков в первом тайме.
То есть превосходство явное и безоговорочное. Говорить не о чем? Ну нет, есть наоборот о чем сказать. Это, в общем-то, очень показательная игра и содержательная, потому что впервые, скажем так, за все сезоны, которые мы играем во второй, в первой лиге, наша команда играет фактически полностью пионерским составом. Сердце кровью капитанское обливалось? Ну, сегодня уже полегче. Хуже было на первых двух играх. Я вообще смотреть не мог. Тяжело, конечно. Сейчас я впервые сижу на лавке. Как вы уже догадались, команда, изменив название, сменила и один из источников финансирования. А вообще, их три. Фирма «Кредо», Горно-металлургическая академия и отдел физкультуры и спорта администрации города. Помогают команде многие люди, в основном в прошлом игроки, фанатики оранжевого мяча. Но эта помощь должна быть организованной и постоянной. И именно об этом шел разговор накануне сезона в кабинете главы администрации города Виктора Аникушина. И вот сезон начался. Как настроение у спонсоров? Почему боксеры любят баскетбол? Ну, мы просто познакомились с тренером Скобировым. Он нас заинтересовал. Команда перспективная. Мы думаем, что вытащим ее в высшую лигу. Кабиров как тренер, мы как спонсоры. Поэтому мы вкладываем в нее деньги. Это очень большое удовольствие. И для нашего города это уникальное соревнование. То есть это удовольствие можно тиражировать на весь полумиллионный Магнитогорск и на область? Я думаю, это единственная команда не только в области, но и в нашем Уральском регионе. Вот. Есть в Свердловске, Омске ближайшие команды, а на Урале, вот на Южном Урале, это единственная своего рода команда.